Девочки, по бревну горюете? За баней по бревну горюете? Мы старое туда запихали. Ведрышки-то обратно. Слушай, чего еще хотела-то спросить-то пришла? Ой, бля. Топор поточить у тебя можно? Топор подочить, да. А если этот диск пойдет, так бога ради. Ну, как не пойдет? Ты же ножи точишь или что? Какой диск тут стоит. Да? А какой? Мелкий, что? Топор поточить его надо. Ну, как нож, так что не поточить? Да? Ты же не пилу точишь. Топор, да. Ну, пусть идет, смотрит. Ну, придет он, да. Это самое. Топор ему один, да, большой, да, второй надо будет бревно-то хуярить. Ты точи топоры-то. Знаешь, сколько стоит топор, блядь, поточить? Мы сдавали в точилку. 100 грамм? Сейчас 100 грамм. Ну, сколько 100 грамм? Сколько мы сейчас переведем на 100 грамм? Да, 150 рублей. Прикинь, Зоя. Это уже, Зоенька, 250. Это уже 250 грамм, да? Да, 250, да. Вот, мы сейчас маленькая. Мы сейчас переведем. Маленькая, да. 100 грамм и пончик 250. Маленькая, это, да, точно. Мы сейчас переведем. Вот так вот. Ой, девки, кино, вино и дымино. Мы сдавали, а ёбаный мать. Может, давали потащить секирку? А вот он говорит, у Зои есть, так неудобно просить. Я говорю, господи, так что-то прямо не сточим диск-то ведь. Да. Я говорю, прям что порт-то потащить, я говорю. Лучше мы с ней это пропили бы 150 тут рублей. Это самое, скажи, ахрен. Тут есть вот эти-то вот. Оля, вот тут смотри. Лучше бы пропили мы эти 150 рублей, говорю. Нахера, на топор. Да еще, ну, секирку точил он тоже, вот да. Вот эти вот есть, если что, так. Ну, вот, вот он посмотрит. А, если, так, да? вот этот, наверное, ему такое надо ему. Посмотрит, не, если... этот, конечно. Если ну, чего, так. Он понимает, ведь переставит, не дурак. Да, и какой он есть. Да? Понимает, ведь не дурак. Один-то мы точили маленький, а у него еще да, там и большой очки и маленький. Есть у деда? Очки еще. Точить специально. В очко, в очках и вот, без очков. Да, тихо, в очко, в очках и без очков. Да-да. Ладно, девки, солнышко, опять повеселее на душе стало, да? Чего а то уж я говорю... У вот деда так. Тут все есть. Все у дедушки. Молодец, у него все средства защиты. Никак мой ногу метабы отхерачил себе, Оля, ты в курсе? Что он ногу-то себе отхерачил? Вот ой, девочки, вот эти маски надо было Зоя одеть, когда мы ходили этого, который мне дорогу-то преградил. Надо было маскироваться. Помнишь, мы маскировались, ходили с тобой? А-а-а. Надо вот все в трое очка ходить, мы будем, девочки, танцевать. Танец маленьких лягушек. Будем танцевать. Трое очки как раз, Зоюшки, да. Мне и тебе, Оля. Да. Все в очках, в очкочках. Я говорю, ногу-то он не отсандалил, знаешь, да, метабой-то? Нет. Не метабой, ничего не рассказывает, Зоюшка. Метабой, ничего не рассказывает. Говоришь? Помыть и спиртом протереть. Нет, спиртом мы внутренности свои протрем. Ну, это само собой. Внутренности протрем спиртом. Не будем изводить спирт. Спирт мы внутрь. Нет, хорошо. Не наружу, вообще. Мы внутрь. Да, мы купим, поедем. У меня ведь что? Купим. Поедем. Вообще, вот поеду. Я да. Просто даже не ожидала, что она такая. Очень, Оля, тот Фузоя вообще супер. Я говорю, мы же поедем. Я хоть и просила у них, а как она будет? Черт. Ой, как знает. Хорошо вообще. А вот вообще. Лестница. Я говорю, просила у ребят, чтобы купили лестницу. Они представляли, да, что да. Такое будет. Очень удобно. Мы поедем, купим, потому что Юля мне на день рождения, я тебе говорила, она мне подарила в Леруа Мерлен сертификат. 5 по 1000 подарила мне. Друга, ты что надумаешь, другое? 5 по 1000, 5 300 лестница. Я куплю лестницу, чтобы это... Она специально не стала дарить тебе деньгами. А вот ну именно да. Сертификатами, чтобы ты... Но волей-неволей пойдешь покупать. Волей-неволей а пойдешь купишь. Бабка-то работает тоже с нами-то, да? Тоже, блядь, такая хитроебаная вообще. Короче, она входит, знаешь, наверное, еще там 60-х, 70-х годов одежда. И мы решили ей вот на сумку новую, да там туфли. Она с деньгами, при... говорит, да? Да, она приехала же с этой, с Беларуси, сюда вернулась. Ага. А мама вот тут умерла, все. Мы ей взяли, подарили сертификатом. Правильно. Сертификат купили в Каре. А там же что, там две берешь, третья там это. Думаю, может, что-нибудь выберет. Там да-да-да. Же летние шлепки какие-нибудь. Это может что-то прикупит. 7 месяцев уже ходит, ничего купить не может. Вот, подарили. Еще купить себе не могу. Я говорю, я не знаю, мы ходим, все что-то покупаем да, себе. Да, ворчит, да? Да, она, короче, сходила, купила себе сапоги размером больше. Сразу же им сказала, что если мне не подойдут, я верну. Спецом, чтобы деньги вернули, да? А ей, во, ей обратно сертификат дали. Вот так. Она схитрила, да? Да. Вот так. Вот Юлия говорит, вот дарю специально, говорит, тебе дарю сертификат, потому что, говорит, что бы потратила, потому что это... Два мешков-то, как раз на все хватит. Два мешка у нее там лежит. Кому мешки-то? Чего тут? Куда мешки-то делите? Кому? На яблони.
А, закрывать? Этими закрываете? ХБшными, да? Да. Вот, правильно. Я их сюда кину, не сразу, да, сюда. Так что, ладно, и вот поедем. Мы сейчас, видишь, спецом надо ехать туда, Оля, в те края там уже не едем. А сейчас поедем, вот сегодня даже, наверное, купим, поедем, потому что сегодня, завтра на субсидию туда поедем и заеду в Леруа. И купим, привезем, пусть будет. Она на будущий год дешевле не будет, Оля, будет дороже. Не будет, будет дороже. Да, поэтому надо а сейчас уже как бы сезон заканчивается, они у них... Чтобы была своя. Да, может, даже и скидка будет. Да, скидка, не скидка, но вот я говорю, что 300 рублей добавлю, девка, он говорит, все, подавайте подарок. Я говорю, ну ты охерела, что ли, мне? Я говорю, ну я на 60, говорит, тебе, не помню, что они мне дарили, всегда что-то дарят. Ну что-то как бы, мы тебе особо не подарок какой-то, я не помню даже чего. Я говорю, ну ладно, даешь, так... дают, так бери, а бьют, так беги. Вот пойду сниму сейчас все стоки. Пару бочек сольем, пару еще оставим, потому что руки мыть надо, да. Да. Как бы это самое, да, посуду мыть. Я беру там хорошее, оставлю. На этом углу и на том углу оставлю две бочки. Мало ли, ведра какие спала смотрю. Да, так а пусть дожди-то хер с ним, пусть херачит уже мимо. Че, все равно так же бочка мимо у меня текет, да, Зоя. Так же мимо у меня херачит она, полные бочки, да. Уберу, пойдем. Пошла, в общем, ладно, понеслась. Сползала, сняла стоки. Два. Отсюда вот сняла один, от этой бочки. Сняла и с угла вот там сняла. Сохнут рукава-то пожарные. Зятёк было, подогнал. И Кусин папа. Рукава пожарные вот сохнут на солнышке, потому что сырые концы этого бочка. А вот этот еще оставила пока. Этот оставила, потому что еще бочку эту не будем сливать. Еще приедем, надо руки мыть, да и посуду мы моем. Греем. Тут я достану с туалетки. Тут-то что, я с туалетки достану. Где ж тут-то что? Там-то не залезьте на углы, там он высоко. Вот отсюда сняла еще сток один. Вот с этой вот бочки. А здесь-то что я достану с туалетки, поэтому. Все, лесенку отдала соседушкам. Ладно, дальше пойдем порхаться. Да? Ты подожди, он может пока переставить там сначала этот. А может не надо? Диск-то. Диск-то. Может, нормально, я посмотрю, что за диск стоит. Пошли-ка мы башку отрубим тремя топорами. Кому башку отрубим кому-нибудь? Что ворота-то не закрыл? А, золотые ворота, проходите, детвора. Сперва мать пройдет, всех детей проведет. Пошли, Зоюшки, топоры точить. Топоры точить. Топоры. А ты хотел еще этот взять? Ну и зал, на будущий год поточишь эту. А, крючок-то? Не крючок. Какой крючок? Какой, колун? Да не колун, а этот. Его. Эту штуку, как ее называть-то? Секирку. А, секирка-то она точная, ну, да. Это просто я. Секирку. Иди, я закрою, иди, я закрою. Ну, можно не закрывать. Да нет, прикрою немножко. Ты что, Настя, ж не люблю. Шире маминой распахнуто. Шире маминой распахнуто. Да? Ты чё? Откуда лёд-то? А, из ванной? Откуда лёд-то, Зоя? А, из ванной? Явно. Всё с вами явно. Точит топоры. Хорошо, он под углом сделан, этот диск-то. Аккуратней. Вот хорошо, блин. На кого топор точишь? На кого батон крошишь? У него ведь, видишь, у нее паспорт спрашивают. Она давай. Не дает паспорт. Ой, господи, ой, какой топорчик-то у тебя игрушечный, девка. Такая топорик-то. Сама игрушечная. Сама миниатюрная, да? Да. Игрушечный топорчик. 100 грамм и пончик. Это дедовские. 100 грамм, говорю, и пончик. Давай, давай, говорит, не сегодня. Но надо еще за закрытие сезона посидеть, вина попить. Да? Когда-нибудь собраться нам. С Зоюшкой, да с тобой. Чего молчишь-то? На. Чё молчишь? Хочешь и молчишь? Она думает, думает. Чипай, думает. Чипай, думает, да? Ведь будешь еще ездить-то? Ну да. Ну так. Это еще неделя. Ну, да.
Да, мы тоже. Что, мы еще поживем недельку-то? Недельку-то поживем. А? Да еньки. Да, дел, да и дрени фени, не говори. Ну и то молодец, Нина, все опять у тебя смотрю. Все в порядке у тебя, девка, все в порядке у тебя, молодец. Ломишь тоже ты как это. Ой. Так ладно, надо, чего? Да, да, не говори. Ну ладно, я пошла. А кто порт сейчас он наточит? Вот сюда положи, так я возьму. А, ну хорошо. Да? Ну ладно. Не забудь только. А? Не забудь только. А, не забуду, так я вчера топор искала. Думаю, господи, так где у меня топор-то? Думаю, ну все. Всю траву там переворошила, траву не нашла топора. Потом стала, когда копать ту грядку-то, докапывать хвостик-то. А он у меня под землей. А я по нему хожу. Ясно.